Клумбы из пластика, декоративные фигурки из подручных материалов и море ярких бутонов. В Аскетимском районе уже доброй традицией стал конкурс цветников. Ирина Звягина окунулась в мир красок и ароматов. Вот эти два окна вставляли, так мастер привозил жену посмотреть. Ну, такого еще у нас не было. Для односельчан цветник Ольги Ивановны в диковинку. В ее дворе бьет фонтан, растут пальмы, гнездятся аисты. У каждой фантазии свое место. Вы видите, что у меня покупного ничего нету. Чугунки, бутылки, нарезки или обрезки, как их назвать. Мальчик соседский один раз зашел, говорит, как в сказку зашел. Воплотить идеи в жизнь хозяйке помогает супруг. В прошлом году их семья стала победителем районного конкурса на лучший цветник. В подарок достались несколько кашпо, которым Ольга Ивановна сразу нашла применение. Увлеклась разведением петуний. Уже сначала помаленьку цветочки, потом все побольше, побольше. Каждое лето в гости приезжают внучки из Иркутской области. Девочки, глядя на усадьбу своей бабушки, мечтают о своем доме. Ну, я думаю, что дом у меня будет большой и цветов очень много красивых. Замыслов у Ольги Ивановны еще много, а вот пустого пространства почти не осталось, шутит хозяйка. И думает, как бы еще изменить свой цветник, чтобы удивить родных да порадовать земляков. Ирина Звягина, Никита Решетков, Новости ОТС.